Күтөө күнүнүн фергесе хасире студияга Марина Захарова Улелейбин. Добрый день, это новости Якутии. В студии работает Марина Захарова. День родного языка и письменности сегодня отмечает вся Якутия. Одним из древнейших на планете является якутский язык. Ученые называют его одним из самых сложных и богатых языков мира. О значимости его говорит тот факт, что памятник якутского языка, уникальный эпос Саланхо, был признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. В республике этот день связан с именем выдающегося сына Якутии Семена Андреевича Новгородова, первого ученого-лингвиста, просветителя, демократа, реформатора и основоположника национальной письменности, составителя и издателя первых якутских учебников.